Казахстан охватила непогода. На большей части страны объявлено штормовое предупреждение. Метель, туман и гололед, прогнозируют синоптики. Между тем, ситуация на трассах находится под контролем у дорожных служб. В Восточно-Казахстанской области и области Абай движение ограничено. Рассказывает Алишер Ашимов. Минувшей ночью непогода застала врасплох водителей на трассе Екатеринбург-Алматы. В снежном заносе оказались два легковых автомобиля, хозяева которых не смогли самостоятельно выбраться из сугробов. На помощь пришли местные спасатели, эвакуировали трех человек. Пострадавших нет. Между тем, ситуация на трассах страны под контролем у дорожных служб. На данный момент в республиканских дорогах задействовано 420 единиц техники и 650 дорожников. Сегодня дорожники проводят работы по очистке дорог от снега, в том числе по засыпке материалов, как соль, песок и другие химические реагенты. Из-за ухудшения погодных условий водители просят заранее планировать поездки и проверить техническое состояние своих автомобилей. Дорожные службы уже оказали помощь десяткам автомобилистов на республиканских трассах. А вот в Акмолинской области полицейские сопроводили три колонны из 500 легковых и 150 грузовых автомобилей. Сегодня движение ограничили в двух областях – Восточно-Казахстанской и Абайской. Трассу мы чистим круглые сутки с местной службой полиции, в том числе департамент МЧС. Мы сопровождаем транспорт, останавливаем, чтобы люди понимали, что на данный момент ухудшение погодных условий и выезжать категорически запрещается. Между тем, в Астане на линию вернулись пригородные маршруты, движение которых из-за непогоды утром приостановили. Это 317 и 329 автобусы. При неблагоприятных погодных условиях диспетчерская служба транспортной компании работает в усиленном режиме. Ситуация на сегодняшний день стабильная, так как в первую очередь коммунальщики расчищают дороги, где курсирует общественный транспорт, расчищаются магистральные улицы в первую очередь. Проблемы были только на остановочных карманах, которые заезды автобусы. С утра застряли два автобуса, но они самостоятельно выехали. Сейчас выезд автобусов городских и пригородных сообщений составляет 95%. Это в целом хорошо. На большей части страны объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют метель, гололед и ветер до 20 метров в секунду. Алишер Ашимов, Галымжан Абдулахат, 24 KZ.